Многие пытались показать и продать наше движение как чисто какое-то партийное движение. Вендетта Михаила Саакашвили против Порошенко. Российский проект на деньги Путина. Ну и что только они не хотели на нас навесить. Не получилось. У Порошенко не было нервов. Сдали его нервы, в конце концов. И он совершил еще одну фатальную ошибку. Он не войдет в историю как президент-реформатор. Он также не войдет в историю как великий главнокомандующий. Он войдет в историю как один из несостоявшихся президентов Украины, который упустил также свой шанс, как и упускали все остальные, к моему большому сожалению. И Саакашвили тут ни при чем персонально. Тут главное его поступок. И главное это его воображение, что он думает, что он будет вечно, так же, как и думали его предшественники. И он думает, что выдворив Михаила, закрыв завтра кого-то еще другого, напугав, купив, он может долго находиться там, где он находится, в этом здании. Не удалось также показать русским наше движение чисто партийным, партийное собрание Руханных сил, потому что это реально стало народным движением. И ни одного флага Руханных сил с октября месяца на улице вы не видели. Вместо флагов увидели много обманутых, растоптанных под ногами украинцев, у которых также воруют и забирают будущее, так же, как и украли сегодня Мишу. Так же, как и воруют надежду людей, что что-то изменится в стране. Поэтому, чтобы доказать, что Михаил один из важных, но не главных компонентов этого движения, недовольства людей, и самое главное, желание бороться за свободную и сильную Украину, мы должны доказать, что это реально надпартийное, реально народное движение. Давайте докажем, что мы можем это сделать. Давайте докажем, что мы можем привести на следующий марш плюс одного нашего друга, соседа, родственника, что мы можем хотя бы в день раздать по 5 буклетов и листовок. На работе, в метро, в автобусе, нашим друзьям, на рынке, в больнице. Давайте покажем, что мы можем сами их напечатать. Не имеет значения полиграфическое качество. Главное донести информацию. Давайте докажем, что мы сами можем поднять элементарное финансирование для того, чтобы акция состоялась, для того, чтобы цену поставили, для того, чтобы эту машину арендовали и так далее. Давайте им докажем, что они не против Михаила сегодня воюют, они воруют против всех вас. Против народа, украинского народа, который этого не допустит. Поэтому я думаю, что мы уже сегодня и завтра сможем и на сайте официально объявить пункты раздачи наших листовок, чтобы любой желающий мог забирать. Это музейная 4, наш офис, третий этаж. Это табор, который стоит под Верховной Радой. И любой из нас может в этом участвовать. Вы сами не представляете себе, сколько мы можем вести. Сколько каждый из нас может добиться, уговорив плюс хотя бы одного человека прийти на марш. Плюс одного человека, это же не сложно. Оранжевый микрофон, Руставидва. Поэтому, конечно, нам все неприятно. Конечно, оскорбительно, унизительно, когда с людьми, с лидерами, откровенными, искренними людьми, которые сражаются, поступают так низко, так подло. Но мы все знали, на что мы шли. Мы все знали, что эта борьба за прогресс, эта борьба за свободную страну не будет легкой. И так просто никто не сдастся, никто так просто не отдаст наворованное обратно. И мы обязательно победим. Было время, когда меня лично... Репост, друзья, важливый, дуже репост по группам, во время Майдана. По разным спільнотам за кордоном в Украине. Так называемым списком Царева. Который где сейчас находится? Но он все равно зашел, мы все равно зашли. Его один раз пытались уже выкинуть из страны, но он зашел. И он зайдет тогда, когда народ Украины этого пожелает. Не Порошенко, а вы. Обычные люди. Потому что эта борьба и сожжение обычных простых людей. Это последний шанс. Быстро, не теряя еще время, вернуть страну обратно.